Умер лауреат Нобелевской премии по химии. Симомура в 2008 году получил Нобелевскую премию в соавторстве с американским химиком китайского происхождения Роджером Циеном. Японско-американский химик Осаму Симомура, получивший в 2008 году Нобелевскую премию по химии за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка, ЗФБ, широко применяемого в молекулярной и клеточной биологии. Химик скончался на 91 году жизни в пятницу, 19 октября, сообщает NHK. В японском Нагасаки на 91 году жизни от естественных причин умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура, говорится в сообщении. Симомура родился в японском городе Фукутиэма, префектура Киото. В 1958 году получил диплом магистра, в 1960 году защитил диссертацию. В этом же году переехал в США. Работал в Нагойском и Бостонском университетах. В 2008 году получил Нобелевскую премию в соавторстве с американским химиком китайского происхождения Роджером Циеном и нейробиологом Мартином Чилфи. Ранее лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Лидерман скончался в США. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamCorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.